Вот, Лена Барабаш пасет. Мы тут работаем на плотине. Но солнца ничего, видно, не видать. Коровы, овечки. Все подходит, тот пьет. Наш инструмент. Сегодня уже загородил Никита. Топор. Моток, пассатижи. Вот это какой у нас получилась плотина. Это разравнивать потом вручную. Вот и материал необходимый. Леночка стоит. Как в деревне просто. Сумочка на боку. Свежим воздухом дышит. Муж где-то на покосе. Школы покрасила, все завучен. Веселая семья. Терентий закончил строительный факультет Алтайского государственного технического университета. И сейчас вошел в пай с отцом. Вот там трактор. Бульдозер. Там Никита работает. Вот если все посмотреть вот так. Ну я плохой съемщик-то. А вон там дальше, на пирсе. Должно быть, видать, рыбаки. Девушка какая-то рыбачит. У меня руки не держат. С удочкой никто не помешает. Никто не попустится. Посмотрел храм. Вот храм, воспеваемый всегда. Рядом склад этих же Барабаш. А все начинал с нуля. Никто не знает, когда он спит. Работает и работает. То протравливает, то сеет, то убирает. Вот такое дело. Насколько это хорошо в деревне. Не знаю, видно или нет. Дальше мы пошли. Этот сегодня Волков. Бульдозерист Владимир Иванович. По логу. Попробовал, померил. Нет. Можем сесть, и его никто не вытащит. Ну давай вокруг деревни обижать. Я тут. Охота снять, какая тишина, ветерок дует. Много появилось вдруг стрекоз. И стрекозы, видимо, комаров уменьшили. Я не знаю, видно или нет, там рыбачат. Вот он.